наш чудо-ремонт почти завершен. Постелили новый линолеум, потому что здесь было просто ужас. Здесь у нас пылесос сушится. Подмазали, подкрасили углы, где была пена. Дальше все провода, которые здесь болтались, брали внутрь плинтусов. Вообще не было никаких проводов нигде. Стиралку еще пока не поставили. Сейчас жду человека, помощника. Здесь поклеили полностью обои, перекрутили все наличники, все плинтуса, собрали короб, сделали лючки, сделали свет, поставили новый офигенный блок розеток, качественный, который не развалится. Здесь поменяли всю канализацию, поменяли краник, поменяли шланг, повесили водонагреватель, все подключили, сделали электричество к нему. Здесь поменяли ванную, поменяли канализацию, поменяли тумбу. Офигенная тумба, смотрится вообще обалденно. Просто шире стала на 20 сантиметров. Практически вот здесь нет зазора. Поставили новую глубокую ванну, сделали уголочки аккуратненькие. Единственное, что вот плитка была только другого цвета. Поэтому вот так. Осталось экран для ванны закрепить и стиралку сюда затащить и подключить. Здесь все как было, все обратно. Домофон повесили, потолок покрасили, плинтуса приделали новые, покрасили, все сделали замечательно, все как было, только лучше. Ну, на кухне идет сейчас уборка. Сегодня ждем кухонный шкаф, кухонную тумбу большую, подключим плиту обратно длинным шлангом, а не двумя обрезками, подключим вытяжку через провод и там вот сделаем розетку в углу. Ну все, ванная готова, поставили экранчик, на кухню притащили мебель другого цвета, столешница, шкафик, осталось вот ту трубу закрыть небольшим коробом. Я все поставил, на следующей неделе закажу, смонтирую небольшую коробушку, все уберем и будет чистота, порядок.